Итак, друзья, третий бой нашего вечера. Правый угол. Боец бойцовского клуба «Беркут», 20 лет, вес 60 килограмм, рост 167 сантиметров. Чемпион СНГ по грэпплингу, чемпион СКФО по боевому самбо. Один бой на профринге и одна победа. Кандидат мастера спорта Аслан Педаев. Клуба «Нохчо», 22 года, вес 60 килограммов, рост 170 сантиметров, чемпион Чеченской Республики по тайскому боксу, чемпион Чеченской Республики по ушу саньда, Шамиль Салтагариев! Только со стойки. Внимательно слушаем команды, уважаем друг друга. По углам. Вот.
ФМ активнее. Амалец. Захват запрещены. Нагрет футбол. Стойку. Стоять, свет там. Давай, давай, давай. Молодец.
Поддержим бойцов, друзья, поддержим вашими аплодисментами. Хочу напомнить вам, друзья, что это первый совместный телевизионный проект бойцовского клуба «Беркут» и чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Кубок «Беркута» на первом! В этом бою по очкам победил Аслан Пидаев! Аплодисменты, поддержим бойцов! Доволен. За счет чего тебе удалось победить? Насчет техники. А что сказать о своем сопернике? Соперник у меня был чисто ударный. У меня раньше были намерения чисто партер с ним. И мне удалось.